Ну, не вытерпел. Короче, собрал батарею. Вот, из бэушных банок. Samsung. Все оригинальные. Хорошие. Но у всех был разный вольтаж. Я их не балансировал. Специально BMS взял от старого аккумулятора для гироскутера. Вот маленькая такая. Сейчас тестирую все. Ничего не греется. Аккумуляторы все холодные. Это вообще очень хорошо. Вот. Подаю сейчас зарядником 2 ампера. 2 ампера 36 вольт. Собранная батарея. Потом все расскажу поподробнее, что и как. Вот схемка примерная, как я собирал батарею. Потом расскажу все про схемку, как и что и куда. Вот. Совсем бюджетная батарея вышла. Вообще 8,8 ампер час. Потом ее буду тестировать, как и что. Вот. Для пайки применял провод на 1,5 квадрата. Одножельный. Плюс использовал для изоляции термоусадочную трубку. Почему? Потому что когда паять начинаешь, вот изоляция обычная, у провода обычного вот этого, она сразу плавится. Вот. А термоусадка, она и усаживается. Вот, не видно. Вот, усаживается. И, в принципе, не плавится, не горит. В принципе, дополнительная изоляция. В основном использовал ее на плюсовых выводах. Вот, допустим, вот здесь, чтобы плюсовой идет, чтобы на корпус не пробило. Вот, в принципе, так. Банки не чистил, ничего не делал, просто отрезал лишние, как бы, лишние запчасти от банок. Вот, все спаял аккуратненько, все проверил, сейчас тестирую. Заряжаться будет, соответственно, в два раза дольше, чем обычный аккумулятор от гироскутера. Вот. Но мне самое интересное, отбалансирует ли балансировщик вот этот BMS все банки. Банки, говорю, все разные. Вот. Где-то 3,2 вольта, где-то 3,5 вольт. Вот. Будем смотреть. Кому интересно, спрашивайте про сборку. Потом все-все подробно расскажу.